Всему на свете есть причина. Народ таинственный и жуткий. Он отрастает, как щетина, из-под земли на третьи сутки. Сергей Казначеев цитирует стихи русских авторов. Доктор филологических наук, литературный критик, писатель, издал 17 книг, выпустил более 100 публикаций. Свою литературную деятельность начинал как германист, но это направление не оправдало надежд. Увлекся русским реализмом. На литературной встрече в первой библиотеке рассказал о своем творческом пути. Я был инициатором, одним из инициаторов проведения нескольких конференций под названием «Новый реализм». На рубеже вот 90-х, там, нулевых годов, вот это все, пришел постмодерн, и все стало, вот, ну, только слом, не только слом политической вот этой системы произошел, и эстетический слом тоже произошел. Но нашлись люди, которые сказали, нет, а мы за реализм, мы за правду жизни. Одной из своих важнейших работ считает учебник «Теория литературной критики». Убежден, что критик в числе главных фигур литературного процесса. Сам Казначеев не только пишет критические статьи, но и более 20 лет преподает в литературном институте. Но все же писательская деятельность – основная и самая любимая. Есть такой, знаете, вопрос, стал бы писать, ну, автор, писатель, так скажем, оказавшись на необитаемом острове, зная, что его никогда никто не прочитает, его это самое. И вот ответ был такой, что, в общем-то, он все равно будет писать, потому что это ему необходимо, это как дышать. Сергей Казначеев признается, мечтает, чтобы земляки-одинцовцы знали о своих писателях больше. Его книги доступны всем читателям первой библиотеки. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».